Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить вам свой бизнес. Мой бизнес — это магазин одежды в городе Арзамас. Найти его можно легко, он находится недалеко от вокзала Арзамаса, прям за мостом. Также вы можете найти его в GPS, 6 раздел, листайте в самый низ. И вот мой бизнес, 3 снизу, магазин одежды. Здесь вы сможете купить одежду на любой вкус и кошелек. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайте. Филка четкая была, а сейчас нет. Ну да, сейчас уже все. А где там оно было, я не помню. Где-то тут. Так, ну прям. Вроде бы. Вот, я помню, что где-то тут. Дальше чуть-чуть. Вон, левее стоит. Я понял. Вот это? А, левее. Ну, да. Вот этот? Вот, да. А, да. Ну да, его смысла нету покупать. Там точно финки не будут, тут никто не ездит. Его же огородили, понял, мостом уже. Все, сюда никто не ездит. Я-то думал, именно им возле ППС, типа, думаю, в смысле, что там. А, ну да. Я забыл то, что поменяли. Опять а, тряма хвостка у него, тем более. Ну да, смысл его, только босс надо строить. А сколько в босс там будет? Где-то 2.5, наверное. Ну попробуй, напиши, типа. Sell my biz, напиши. Или, а не, sell business, пропиши, sell business. А не, sell my business. Там покажете, сколько ты можешь продать. Или пропиши business и посмотри там, типа, продать нажми, и там покажете, за сколько ты можешь его слить. Так, изменить продать государству. 2250. А, ну нормально, чё. Ну, просто, блин... Всё, сливаем. Ну да. Я сейчас бы госбизнесы сливать, вообще уже зажрались, блин. Я да, чё? Нафиг надо. Да. Ну, его никто не купит, я уверен. Если даже купит, он обломается. Ну, понятное дело. Ну, 3 ляма, блин, если бы за лям, да, ещё можно было, знаешь, там. Ну за 3 ляма. Да, слишком много. Угу. Ну сам видишь сколько бизнеса по ВОЗу уже. В принципе, вообще ничего не осталось почти. Аптеку слили в ВОЗ, клуб слили в ВОЗ, все посливали в ВОЗ, там кроме 24/7 у орехов. Ну там, в принципе, финка может и есть какая-то. Так. Куда сейчас летим? Не знаю. Куда? Симку может? Ну симку можно так, по-моему, сел. My sim, по-моему, сейчас. Сейчас, давай. А, или sell sim. Просто не помню команду. А, да, sell sim команда. ID игрока. Давай приземлимся, а то в полете это делать, конечно, опасненько. Да, такое себе. А ты симку куда денешь свою? Я займу ее на другом аккаунте просто. А, ну окей. Капец, 3 двойки, блин. Пацан, вот этот пацан реально, он меня еще смотрит давно, просто old подписчик, как говорится. Уже да, давно. Больше года. Ну да, вот это видео, типа, как заработать 13 миллионов, это еще было, ой-ой-ой, как давно. Уже почти 2 года прошло. Уже к такой в тему подъехал. Так, скриншот как раз сделаю. Так. В смысле стоимость от 1000 до 500 тысяч? Ну 1000 мне, за 1000 кинь, понял? А я за 1000 кидаю, ну что тебе хочет? Ну за 10 тысяч попробую. Тоже не хочет. Хм. Ну тогда полететь к нотариусу, симками типа обменяемся как-то. Давай. Обожаю мазинг, бахи, лобы просто. Да, что за бред какой-то? Я за 1000 кидаю, за 5000 кидаю, за 10000 кидаю. Нифига, типа пишет стоимость от 1000 до 500 тысяч. Бред какой-то. Ну да, конечно. Так, вот нотариус тут есть.
Сейчас и тут баг будет такой, ну, то хз. Сейчас она вообще пропадет. Да. Купите заново за донат, напишите. Да, приятной игры. Заебись просто будет. Так, вход 5000, вообще охренели. Тут, блин, еле нашкребал 500 тысяч и 5000 ход. Так, обменяться сим-картами. Какой у тебя 254-й? Сумма, ну, 1000. Так, ага, обменять. Пришло тебе? О! Да, все. А эту симку куда? Ну, потом, как-то, не знаю. Ну, потом обменяемся, понял, с другого аккаунта. Ну, потом напишу, мне, если что. Ну, да. То есть, 3 двойки, пацаны. ММ, статистика. Я в шоке просто. Спасибо тебе большое. Да не за что. Что-то меня этот рыжик вообще напрягает. Увязался с нами. Да, тоже всегда рыжики напрягают. Да, в принципе, КТР дорого тюнинговать. Это, по-моему, сколько там? Один чип, по-моему, 2 ляма стоит. Тысяча... Нет. Лям 750, по-моему. Не, а, лям, да, да, да. Лям 750. А нитро стоит 500 тысяч. Ну, смысла нитро покупать нету, если у тебя нету чипа. Как бы 120 так едет спокойно. Пацаны, еще не обращайте внимания, я просто модпак на диске не установил. Ты криминалку писать надо. Ну да, у тебя он столько, без номеров даже. Да, там сколько пробега, не помню. Наверное, пробега 50. Может больше. 173 даже. Ну, нормально. Селкар, по-моему, как это. Что, пиздец, бизнес босс, машину босс. Что-то жестко сильно. Да, нормально. Полетели в банк. Ты, у тебя Фома есть своя или нет? Нет, нету. А, ну давайте приму, просто сейчас понял, типа в общак может деньги ложить, а то передавать. Окей. Это долго. Так, фейнвайт. У нас, кстати, Фома на втором месте в топе. Ты, короче, пишешь команду топ, понял, там вторая строка, типа. Типа я помню, как ты хотел, чтобы твоя Фома в топе вроде была. Мы за один день тупо на второе место вырвались. Даже не за один день, за 3 часа даже. Так. Каждый, с каждым годом больше и больше людей уходит. Самозинга. Мне просто надоело уже. Я вообще в Кремле, ну и в сам там не буду уже играть. А-а-а. Вот, вообще к семье и там внести эти типа, деньги. Тут все левел мне интересно, 254-й и... О, 34-й уровень тебя, нихера себе. Нормально. Так, куда? А, общак семьи, вот. Там, общак семьи, 9-й пункт. И внести деньги. У тебя на руках должны деньги быть. 7 лямов и 704 тысячи. Пипец. Это жестко. Фами по-любому охуели, чуваки. Даже тайм скинул. Да я вижу. Пропиши в меню и нажми там общак с ними. 8 миллионов у нас. 8,6 мы почти лишь. Спасибо тебе большое просто, пиздец. От души реально. Общак. Информация о чем? В семье или чё? Ну да, в принципе. Я тупо подарил, ну, грубо говоря, лямов 15. Да. Пиздец. Это я был подарок. Ждите серию. Тогда. Погнали, кстати, я сейчас при тебе прям куплю пеху. Ну, давай. Чтоб все честно было, чтоб я тебе типа не награл там. Да ладно, куда хочешь, куда ты. Туда и потратишь, лишь подарил, считай. Ну да. Так, пацаны,
Сейчас верну 5. Все, полетели сейчас. Купим М5 как раз. Давно мне никто подарков не делал. Ну вот видишь, я это обрадовал тебя. Да-да, такая серичка охуенная. Тупо так 15 лямов подрил, чувак, пацаны. Это просто респект, реально. Так, Хайп Громов, привет тебе. Анатолий Фреш, привет тебе. Сергей Фреш, привет тебе. Фёдор Футбуль, привет тебе. Саня Футбуль, привет тебе. Короче, всем привет. Это перечисляет. Самый главный привет мне тоже. Да. Артурчику привет, короче. Батя, конечно, машина. Где наша парковка? Вот. У меня что-то не прогружалось. Не, лучше скажи Артурику привет, так лучше. Артурику привет. Так, погнали, сейчас он пятую купим. Где она появится? Так, сейчас я заспамню все машины, чтобы тебе показать. Так, уровень транспорта. Фигес тут, конечно, этот ломает дико. Угу. А, М5 тут сейчас появится, по идее, да? Или нет? А, нет, сейчас. Короче, пацаны, эфир, пишем F-меню. Управляй транспортом, список машин. Свободный. М5 сейчас найдем по бурику. М5. Будем 50-е, X5-е. Вот, М5 есть 64,5 миллиона. Покупаю. Вот она появилась. Может, за руль сесть что-то. Так, видите, пацаны, сдержал свое слово. И остается у нас 4 миллиона, в принципе. Ну, не знаю, когда мы потратим. Пока все есть, в принципе. Будем копить на что-то дорогое, может. Купим там R8 какую-то, Фому. Либо еще что-то. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side.